внимание, внимание, внимание. Мы приветствуем на участников и зрителей национальной гонки самым быстрым классом сегодняшней соревнований ВСР «Эксперт». Вы видите, проводит национальная гонка. Ведущий номер один Юрий Никита. Вторую позицию со скрыванием около 10 метров в медицинском моторе стартует в Московской области. Бразильский победитель на третьей позиции. Первый тренер пойдет в этом круге. Мотор номер 1, 5 и 6. Увлекательный забор, гонка уходит на борьбу. Боевые модели едут практически по кругу. Все зависит от точного прохождения каждого боя. Итак, тройка лидеров. Юрий Никита, Министерство права, Карабинка, Карабинка. Подходит к концу вторая минута. Лидеры первые. Две минуты наши. Первый, пятый, шестой номера. Номера модели присвоены с учетом места предварительного заезда. С учетом занятого места предварительного заезда. Ну что? Каждый поворот, каждый прямая между ними. Мы видим, что надежда правила гонки, возможно, круги и рота гонки. Лидируют по-прежнему Юрий Никитин и Ростовской области. Юрий Наталья, модель номер 5. Вторую позицию и интерактивный середин. Итак, мы видим, отрыв сокращается, борьба за первое место закрывается. На третью позицию выходит Поляков Павел, спортсмен из Саратовской области. Тоже практически сильный вопрос среди. Итак, подходит завершение четвертая минута. Четвертая минута подходит завершение. Лидер по-прежнему Юрий Никита, Ростовская область, 31 круг. Также 31 круг. Вы его не можете сделать. Юрий Никита, Ростовская область, Павел. Модель номер 2 по кругу. Борьба идет за третью позицию. Модели буквально 5-6 метров друг от друга. Каждое неверное движение может привести на бронзу, либо серебряную медаль кого-то. А лидер комфортно лидирует практически и за труд кого-то интересует. Итак, заканчивается пятая минута гонки, заканчивается пятая минута гонки. Лидер Юрий Никита, Ростовская область, победа номер один. Вторая позиция, Венесенко Наталья. Спортсмен из Московской области, номер 5. И на третью позицию четвертый номер Поляков Павел, Саратовская область.
Пошла последняя минута гонки у Корни за напряженную. Вода летит. Итак, мы видим все три лидера в одном кругу. Борьба за второе место продолжается. Модели буквально 6 метров и 30 метров. Итак, 20 минут до конца гонки. Внимание, борьба за вторую позицию. 15. Борьба за вторую позицию, к сожалению. Не так. Горки падают. Тоже на линии. Тоже на линии. 3. 2. 1. Синие. Молодцы! 46 кругов и не оставил никому шансов. Чемпионом России стал Юрий Никита, Ростовская область. Молодец! Молодого чемпиона! Передатчиком! Нет, передатчиком ставки. Воду! Вторая позиция — Денисенко Наталья и серебряный медаль чемпионата. И бронза достается спортсмену из Саратовской области Полякову Павлу. Пашка, молодец! Механику. Так, внимание, увлекательная гонка позади. И теперь не менее увлекательная гонка юношей. Модели, значит, номер 1, номер 5, номер 4 и номер 6 на 50 столик. Модели номера 1, 5, 4, 6 на 50. Каковы ощущения, чемпион? Замечательные. Да, да. Ну, хорошо. Да. Под асфальт так не кидают. Автомодели. Молодец. На автомодельных надо с мостика кидать.